Нам необходимо выбрать моего преемника. И он единственный, кого примет оппозиция. Он считается с мнением только одного человека, самого себя. Почему вы так настаиваете на Черчилле? Его репутация катастрофична. Позволим увидеть себя настоящего, совсем не тщеславного. Но непреклонно. И с чувством юмора. Ваше Величество. Мой долг – предложить вам занять пост премьер-министра Соединенного Королевства. Впервые я обращаюсь к вам как премьер-министр. Немцы взяли в кольцо 60 британских и французских дивизий. Западная Европа на грани краха. Счет идет на дни. Сколько они продержатся, если мы не придем на помощь? Пару дней. И только чудо поможет вытащить наших солдат. На твоих плечах все бремя мира. Нас ждет неминуемое поражение на суше. Полный разгром армии и неизбежное вторжение. Мы должны начать переговоры о мире. Когда вы наконец поймете, что невозможно договориться с тигром, если твоя голова у него в пасти? Вздор. Единственная опасность... Не перебивайте меня, когда я перебиваю вас! Нам предстоят долгие месяцы лишений и страданий. Многие древние и прославленные государства попали в тиски нацистского режима. Но мы будем защищать наш остров, какова бы ни была цена! Мы будем драться на море и на суше! Мы будем драться за каждую пять побережья! За каждое поле и каждый холм! Мы будем драться за каждую улицу городов и деревень! Мы никогда не сдадимся, ибо без победы нет жизни! «Темные времена». Смотрите в кинотеатрах. Я работал на пожаре у Монтаны. В одну секунду огонь объял все вокруг. И тут вдруг из леса бежит медведь, весь в огне. Это самая прекрасная и самая ужасная вещь, что я видел. Я слышал, у вас есть вакансия. Ты не заблудился? Есть одно место. Знаешь, зачем мы тренируемся? Спасатели первыми встречают огонь. Мы морские котики среди пожарных. Дайте мне шанс, я не подведу. Рано или поздно огонь подберется к нашему городу. Мы тренировались 4 года. У нас есть все знания, вся нужная квалификация. Но без официальной лицензии мою команду и близко к пожару не подпустят. Я говорил, будет нелегко. Хочешь поговорить? Или снова будешь держать все в себе? Нелегко делить мужа с пожаром. Возьми этого грязнуля. Он не грязнуля. Пока, пока, я люблю вас. Насладитесь этим прекрасным видом, потому что вы больше не сможете взглянуть на лес и увидеть в нем одну красоту. Если не это лучшая работа на свете, то я не знаю какая. Что это? Огонь угрожает домам и людям. Нужны твои парни. Вот оно. Вы гранитогорцы. У меня родилась дочь, и я хочу дать ей то, чего не было у меня. Если огонь пройдет нас, то доберется до города. Пламя в считанных секундах. Это покажется концом света. Но пока вы можете дышать, есть шанс выжить. Она почти не видит тебя в последнее время. Ну, прости. Мы встретим огонь и спасем наш город! Давай! Вы все герои. Никто так не гордится своими детьми, как я горжусь вами. Тебе нужен я? Приди и возьми. Есть планы на вечер? Хочешь со мной потусить? Кортни Холмс, признаться, удивила. Предложение принято. Приходи в полночь в подвал С. Не объяснишь? Я хочу, чтобы ты остановил мое сердце.
На минуту, а потом вернул меня обратно. Круто. А теперь самое время сказать, что ты прикалываешься. Что нас ждет после смерти? Узнать это можно только опытным путем. Быть может, получится даже записать. Ты видела свет в тоннеле? Скорее, чистую энергию. Когда она научилась играть на пианино? Будто у нее в голове что-то переключилось. Я следующий. Заряд на 200. Отличный день, чтобы умереть. Разряд! Я исцелю любого, к кому прикоснусь сегодня. Это как озарение. 3 минуты. Джейми, там был 2. Что могу сказать? Бросаю вызов. Я следующая. 5 минут. 7 минут. После такого никто не возвращался. Все было хорошо? Никаких тревожных видений? С нами что-то происходит. По-моему, я схожу с ума. Мы открыли дверь в неизвестное. Нас ждет расплата за то, что мы сделали. Разрез! Она не приходит в себя. Немедленно заканчивайте эксперимент. Разряд! Ну же, давай. Я должна была сказать, что наука и не была целью. Разряд! Прошло 4 минуты. Я не думал, что побочные эффекты придут с того света и попытаются нас прикончить. Разряд! Это моя вина. Уже там. Пока, пап. Сегодня город потряс взрыв. От режиссера «Казино Рояль». 20 тысяч фунтов за имена взрывников. Мы так не работаем. Алло. Мистер Хеннесси, он снова здесь. 5-й день подряд. Что ему нужно? Его дочь погибла при взрыве. Мистер Хеннесси, прошу вас, выясните имена взрывников. Я работаю на правительство, а не террористов. Но раньше вы на них работали. Я не знаю, кто они такие. Я вам не верю. Это он. Вы назовете мне имена взрывников. Этой осенью. Он подготовлен. Возможно, спецназовец. Стой! Она заминирована! Именно. Он может добраться до вас. Что происходит? Он думает, что я знаю, кто взорвал его дочь. А ты знаешь? Somebody say a prayer for me. Его ищет половина города. Не доводите до предела. Хорошего человека. Он старик, который бегает вокруг нас. Постоянно на шаг впереди. Открой. Вы не знаете, с кем связались. Знаю. А вы? Иностранец. С 13 октября. Я врач, у меня операция в Балтиморе. Отправьте меня сегодня как угодно, но утром я должен быть там. Это возможно? Сэр, у меня та же проблема, но есть идея. А что вы так спешите? Я выхожу завтра замуж. Поздравляю. Нет, нет, не за него. Мы только встретились. Так что у вас в Айдахо? Медицинская конференция. А вы журналистка? Угу. Много вопросов задаете.
Есть тут кто? Алекс, посмотрите на меня. У вас повреждена нога. Ваш телефон разбит. У моего нет сигнала. И мы очень высоко в горах. Здесь мы в безопасности. Если уйдем, спасатели вряд ли нас найдут. Я не хочу умереть тут, потому что вы боитесь рисковать. Нас должны искать. Пилот не зарегистрировал план полета. Никто не знает, где мы. Надеяться не на кого, только на себя. Мы выдержим 3 недели без еды, 3 дня без воды и 3 часа без укрытия. Мы можем умереть вместе, а я даже не знаю вас. Мы не умрем. Не сегодня. Алекс! Алекс! Рождество – это волшебное время, полное чудес, радости и веселья. Время, которое долго вспоминается родными и друзьями. Но знаете, что делает Рождество таким особенным? Мамочки, которые надрывают жопы, готовя еду, украшая дом и носясь по магазинам. Блин, это пиздец. Я чувствую себя белкой в колесе с ноября до Нового года. На работе полная запарка. Я сделала сегодня 39 интимных эпиляций. Кто еще? О, черт, с каких пор все американки мечтают о лысых вагинах на Рождество? Я несколько месяцев подбирала всем подходящие подарки. И знаете, что я получила в ответ? Обещание сделать массаж. Это не дело. Это хрень собачья. Помните, когда Рождество было праздником? Давайте вернем Рождество. Кики! Мама? Мама? Какого, простите, ху... Привет, мам. Где ваша елка? Я не хотела тратить на нее время. Я хотела отдыхать и радоваться. Эми, ты мама. Мамы не радуются, они дарят радость. Такая у них работа. О, как красиво и уютно. О, спасибо. Да. У тебя папа супер. Ты ж ненавидишь его. С чего ты это взяла? Я слышала вас в спальне. Ты кричала на него? Это я кричала от радости. Потом ты треснула стену и крикнула плохое слово. Ты такая... Ах, можно! Да, вот так. Ах, можно! Ах, все, можно! Все, ч-ч-ч. Любая цивилизация строится на дешевой рабской силе. И я могу дать жизнь этой силе. С днем рождения. У нас есть правила. И наша работа — соблюдать их. Покой этого мира обеспечивает стена. Скажи любому из них, что стены нет, и начнется война. Ты коп. Когда-то я делал твою работу. И делал ее хорошо. Я знаю. Чего тебе? У меня есть пара вопросов. Ну что ж, за будущее, которое уже наступило, приведи их ко мне. Они знают, что ты здесь. Thank you.
Я всегда знала, что ты особенный. Твоя история еще не закончена. Осталась последняя глава. Прошлой ночью пропала женщина. Мы обнаружили тело. Отпечатки? Отсутствуют. Как и голова жертвы. Он называет себя Снеговик. Явно проблемы с психикой. Думаю, он преследует женщин, чье поведение осуждает. Одно мы знаем точно. Для него это игра. Надо найти способ выманить его. Будь осторожна. Мы не знаем, с кем имеем дело. Все время за нами следил. Лепит снеговиков, режет вещи на мелкие кусочки. Он дразнит нас. Если мы его не найдем, это никогда не закончится. Ну давай! Пропала еще одна женщина. Мы упустили какие-то моменты. Эти события сплотили нас. Очевидно, он пытается что-то скрыть. Пока пазл не складывается. Ты мог их спасти. Кто здесь? Я оставил столько подсказок. Снеговик. На протяжении тысячелетий стрелки были рыцарями, поклявшимися защищать наш мир от надвигающейся тьмы. Эти твои видения, что в них? Высокая башня, человек в черном и стрелок. Это всего лишь сны. Ночные кошмары, Джейк. Другой мир существует. Я точно знаю. Кто ты такой? Ничего себе. Ты тот самый стрелок, да? Стрелков больше нет. Они мертвы. Почему человек в черном хочет уничтожить башню? Башня защищает оба наших мира. Если она падет, наступит хаос. Он что, дьявол? Нет, он гораздо хуже. Тебе не изменить будущее. Смерть неизбежна. Твой мир разрушен, но не мой. Если ты не защитишь башню, погибнут миллионы людей. В твоем мире есть оружие и пули. Тебе у нас понравится. Очень. Пошли. Пытаешься выкарабкаться из тьмы? Уже рассказал парню, что все, кого ты знал, погибли от моих рук. Я убью его ради нас обоих. Я целюсь не рукой. Ибо тот, кто целится рукой, забыл лицо своего отца. Я целюсь глазом. Я стреляю не рукой. Я стреляю разумом. Джейк!
Я убиваю не оружием. Я убиваю сердцем. Мы должны быть готовы. Ты, я, остальные. Опасность все ближе. Ближе и ближе. Не ближе, Брюс. Она уже здесь. Остальные. Где они? Артур Карри. Аквамен. Платитон. Органические биомехатроны части тела. Он киборг. Шли бы вы отсюда. Барри Аллен. Кого бы вы ни искали, это не я. Так ты Бэтмен? Он сказал, эпоха героев больше никогда не наступит. А надо бы. Какая у тебя суперсила? Деньги. Мой черед. Готовы? Приятно видеть, что вы сработались. В костюме мыши. Зачет. Похоже, ненадолго. Эй!